Сотрудники МЧС провели на городском пляже Махачкалы инфорейд. Отдыхающим рассказали об основных правилах безопасного поведения на воде, а также о том, как помочь пострадавшему. В частности, спасатели разъяснили, что прыгать в воду с катамарана и заплывать за буйки категорически запрещено, как и купаться в нетрезвом состоянии. Пренебрегать этими правилами чревато. По данным МЧС, с начала пляжного сезона в Дагестане в море утонули 12 человек. Гибель людей связана именно с несоблюдением отдыхающими элементарных правил поведения на воде. Самый этот фактор утопления – это человеческий фактор. Незнание берега моря, переоценка своих сил. Ну и, конечно, купание в нетрезвом виде. Еще один фактор – родители, то, что сидят на берегу метров 50 от берега, а ребенок один купает, подходит к кромке воды. Любая волна этого ребенка собьет ног и унесет. Таких сколько случаев мы за этот сезон предотвратили.